Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших дорогих подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, все платиновые и полностью прокачаны. Ребята, кто хочет такой же топовый аккаунт, максимально прокачанный, пишите нашему подписчику, ссылочка на него есть в описании, и он может вам делать сотый уровень и кучу баксов мутагена дать. Короче, прокачать его максимально возможно, и вы будете наслаждаться игрой, так же, как и мы. Ссылка в описании, пишите и говорите, что от команды Detol, и вам будет бонус. Количество бонусов ограничено, успейте их получить. Ссылка в описании, играйте и наслаждайтесь на максимум. Да, ребята, все очень легко, а мы отправляемся в турнирную арену, Лигу Мастеров, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Так, а это у нас составчик от Бравл UT. Так, мой состав, это загадочка. Так, все сделал, подписался, поделился, лайк поставил, колокольчик прожал, все есть. Так, тот, который убил Сплинтера, ага, это Супер Шреддер. Изи, легко, пока что. Да, черепашка, которая убила Супер Шреддера. Так, черепашка, которая убила Супер Шреддера. Ну, Лео, наверное. Лео. Лео, да, это Лео. Давайте Лео возьмем мультяшного. Где у нас улыбчивый дружище? Вот он, лидер. И кошка с волосами. Ну, это тигриный. Полосы. Полосами. Ну да, это у нас тигра. Сейчас мы его возьмем. Вот он, полосатый у нас кошак. И поехали в бой, ребят. Не забывайте, что в видосик у вас все очень просто. Нужно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кнопочка прямо под видео есть. Поставить лайк и написать, конечно же, три персонажа в столбик в комментариях. А лучше три загадки, а мы будем их разгадывать в следующем видосе. Ну что вы попадете в него. Потому что все сделаете правильно. Все верно. Так, ну что же, погнали против... Эйприл. Эйприл у нас. Да, да. Давай заморозим ее. Заморозочку сразу же применим. Вот так вот выстрелим и 5500 урона. И добьет ее, конечно же, Супер Шреддер. Так, и... Отлично, слушай, изи было. Давай, наверное, до него отковать, потому что он защиту может повесить. Давай, и, да, мощную атаку. Проблем. Давай, мощную атаку от Лео прям по Донни. И Донни у нас покидает эту игру. Так, у нас бельчатки летят, а это опасно. Так, бельчата у нас атаковали и слэш атакуют. Да, слэш, ребята, атакуют, но очень слабенько. А вот Бакстер стоп, он неплохо. Атака. Да, согласен. Так, ну что, майки, может, не стоит, давай Бакстера атаковать. Давай, Бакстера мачете от нашего полосатого тигры. 3700 слабоватенько. Что-то у нас у Супер Шреддера хелтиков-то маловато осталось. Надо быстрее атаковать. Да, нужно поторопиться, и достается ему 4000 урона, и Лео его сейчас добьет. Да, очень быстро, хорошо. Майки, как обычно, уходит в невидимость, прячется от проблем и думает, что его никто там не найдет, но это неправда. Так, ну что у нас теперь? Слэш атакует, и посмотри, достаточно мощно, кстати говоря. Так, а теперь тигриный коготь. Ну-ка, да, обычно да, это массовая, ее использовать не будем. 4500, кстати, очень неплохо. Супер Шреддер почему-то страдает от постепенного урона уже сколько ходов подряд. И ну-ка. Добивает. Нет, не добивает. 2500, и Лео добьет. Да, Лео добивает, и у нас остается один Майки, и он рьяно прям бьет Супер Шреддера. Хочет его одолеть, но я думаю, что у него не получится. Так, массовая атака, но смотри, защиту понимаем очень хорошо. И еще одна массовая атака от нашего Супер Шреддера. Слушай, постепенный урон столько времени держался и до сих пор не пропал, какой-то неистовый просто постепенный урон. Классная победа, все, мы победили, все у нас наши герои остались, и мы отправляемся дальше. А это у нас будет составчик от нашего подписчика Облака 5. Так, Облака 5. Да, какой, привет, команда Detol. Я подписался, поставил лайк, мой состав загадка. Эмодзи. О, у нас здесь смайлики, ты представляешь? Вот это круто. Прикольно. Это очень интересно. Уже было у нас такое один раз, мне кажется. Так, у нас здесь пицца и черепашка. Ну, это, конечно же, майки. Дальше так, кошка, да, и мороженое. Такая тоже у нас есть морозильная кошечка. И мышь. Серая мышь. А это у нас Сенсей Шреддер Супер Мышь. Так, Сенсей Шреддер Супер Мышь. Давай ее быстрее возьмем его. Кошечку пропустил. Вот она. Вот он.
полетели. Хорош, ребята, не забывайте, нужно поделиться, подписаться, поставить лайк и, конечно, написать ваши составчики в комментариях, а лучше пишите загадки. Так, ну что, давай Шреддера атакуем, сразу же двойной атак и мощный. Прямо давай. Рацик. И два. Ну вот так вот Майки, конечно, слабенько атакует, но что поделаешь, такой вот он у нас Майки. Мощная атака от сенсея. Сенсей, крусочек добивает, и кошечка теперь царапает, я не знаю, ну давай, Лео будет царапать, да? Ну давай, ну, наверное, все-таки отправим наш мороженый клубочек, вот такой вот, бам, и заблокировали. 2300. Способность оглушили. Так, сенсей атакует, мощная. Ого. Атака, кстати. Очень мощно. И Майки что, в невидимости уходит? Да, Майки, как обычно, спрятался, испугался Майки. Ой, у кошечки что-то сказал с вами проблема. Так, ну что, буякаша, давай. Буякаша. Слушай, мне кажется, что-то мы можем проиграть сегодня. Ну что-то как-то да, у нас не особо так сильно идет бой. Тут остались мощные два противника. И нам нужно по сенсею... Ой, у всех контратака еще. У нас у всех еще. Контратака будет, а? А давай скорость повысим нам, а? Ну давай, кстати говоря, это будет лайфхак, будем чаще контратаку получать. Да, это да, согласен. Давай скорость повысим, вот так вот, ну хотя бы кошечку засейвим, потому что, видишь, хелса-то не осталось мало, а вот что-то против... Кстати говоря, мы можем уклонение повысить, у нас же Майки есть крутой. Да, давай так и сделаем, попробуем повысить уклонение. Ой-ой-ой, атака прошла. Уклонение и вешаем. Теперь уклонение вешаем, да, наконец-то, если нам это поможет. Ну, может быть, и поможет. Ну что, пойдем пытаться атаковать. Давай, контратака, попробуй, уклонение. Вот, а в ответку что все-таки попало, а? Надеюсь, что вот корчика все-таки да. Сможет нормально атаковать, и в ответ ничего не получит. Мимо! Нет, атака проходит, ребята, и у нее хелсов нету. Все, ее добили, к сожалению, кошечку. Ну что, жалко. Рвемся так. В бой. Погнали. Атакуем. И сенсей теперь, кого он будет атаковать? Сенсей бьет, в ответ получает. Да, ребята, получает в ответ. Вот здесь как раз контратака. Ой, уклонение сработало у нас. И не добили, мы не добили зайца. Да что ж такое? Да, ой, слушай. Так, ну что, сенсей в ответочку 4000. И в принципе, на самом деле, у нас появились все шансы победить. Двойная такая добьет сплинтера. И остается только Майки. Да, Майки, даже буякаша у нас откатилась. Ты представляешь, как долго мы уже файтимся. Так, 2000 всего лишь слабая очень атака от Майки прошла, и Бельчата, ай-яй-яй-яй, это сильно будет. Это будет да. Больно, но сенсей в контратаке врывается 2200 и добивает. Вот так вот победа, 10000 крит, правда не все остались у нас живых, но составчик крутой. Так, ну что, поехали дальше, у нас следующий состав от нашего подписчика, это ютубчик лайк. Ох, ютубчик очень любит лайк. Прикол. Да, ставьте лайки, ребята, не забывайте. И, конечно же, ребята из Дитола, сделайте состав такой, загадочка. Он большой, и он с булавой. Отлично. Он большой, и он с булавой, прикол. Ну да, есть такой у нас, это слэш. Так, он обезьяна и друг Дони. Да, обезьяна тоже есть. И третья загадка. Стала Кунаичи. Ага, обезьяна есть. И Эйприл Кунаичи у нас. Сейчас мы ее найдем. Хорошая загадочка. Давай найдем быстренько. Вот она, поехали, ребята. Не забывайте делиться, ставить лайки и, конечно же, писать ваши составы в комментариях. Тогда точно попадете в видосик. Так, ну что, у нас здесь голубь. Давай с него начинать. Прямо присядем на него. Слэш, я думаю, его раздавит. О, с первого раза раздавит. Вот так вот. Не выдержал он такого натиска сильного. И что у нас и тут? Теперь можно переключаться на Дони, потому что он уклонение может повесить, но достаточно неприятный противник. Так, это у нас массовое, ну что, гипноз, это я так понимаю, да? Да, давай гипноз используем. Давай, 2800, веер от Эйприл Кунаичи залетает прямиком в Дони. И, ох ты, лечится, смотри, вот лечится и в невидимости. Вот уже третий раз у нас Майки, да, попадается? Постоянно сегодня Майки да, есть. Да, согласен. И постоянно уходит невидимость. Зачем он прячется? У нас везет на него. Так, Рокса не рвется в бой, пока он будет атаковать, интересно. Доктор Рокли достается, да? Очень сильно достается. Летят маузеры в нас. Еще очень плохо. Это, ребята, мощные очень атаки. Я думаю, что обезьянку мы все-таки потеряем. Да, к сожалению. Так, а кто у нас здесь? Давай атаковать. Шлепок? Кстати, да?
Давай-давай. Здесь у нас обычная атака веером. На 2700 неплохо. Подлечится Майки, еще там еще и бельчат своих кидает постоянно, пока доктор ропит, я так понимаю, да? А нет, чуть-чуть нет, пока что выжил. Держится, но вот, по ходу дела, вот уже сейчас точно его потеряем. О, опять массовая. Как они массовыми-то нас забрасывают. И смотри, у слэша тоже нет хелсов. Что творится вообще? Обалдеть. Что происходит? Надо добивать, срочно добивать хотя бы мощной атакой. Давай, слэшик, да не добил еще, ну что ж такое. Ну-ка, смотрим. И... выживает. Добили, и теперь у нас слэш такой. А слэш у нас, смотри, защиту-то повесил. У нас гипнотически мощная атака. И, да что ж вы по нему бьете-то, смотри, защита работает, ну и Майки. Смотри, мы потеряли его, и остается только Эйприл, наш кунаичи, и массовую атаку она использует против Майки. О, разряд, ребята, мощная очень атака, бам, 5500, но здесь уже 100%, я думаю, мы должны победить. Веер! Ну, слушай, он подлечился, Так, вот 4000. Так, вот отлично. И теперь он атакует. В невидимость уходит, да, спрятался. Все такое, типа, меня нет, я в домике. Но, дружище, не там-то было. Не забывайте ставить лайки, ребята, конечно же, подписываться и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Детол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.